Ірина Лагошняк, артистка Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру, українська акторка театру і кіно, режисерка, заслужена артистка України, отримала диплом «Краща жіноча роль» за виконання ролі у виставі «Кольори», яку презентували на фестивалі «Театральна брама» у Маріуполі. Так, і також до нас завітала Віолетта Мамикіна, артистка Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру, також яка виконала одну із ролей саме в цій виставі. Доброго ранку вам. Вітаю вас у нашій ранковій студії. Отже, сьогодні будете розказувати нам про фестиваль, який був у Маріуполі, тому що знаю, що такий масштабний, вже не перший раз. Отже, розкажіть, що це за театральна брама, які театри також були разом із вами паралельно на сцені? Розказую, дочка. Так, параллельно на сцене, откровенно говоря, мы не увидели ни одного театра, потому что, так как у нас график достаточно насыщенный, мы приехали, отдохнули, отыграли и сразу же уехали. Это, конечно, минус, потому что, когда театр едет на фестиваль, мы не только показываем нашу работу, мы не только представляем наш город на фестивале, но и хотим, конечно, подпитаться энергией других театров, посмотреть, подчеркнуть, увидеть что-то новое, чему-то научиться, вот, окунуться в другую атмосферу. Научиться как нужно, конечно, и научиться как не нужно. И научить как надо. Вот, поэтому ни с каким спектаклем мы, к сожалению... А, нет, подождите, я подождите. Смотрела. Сталина Васильевна, когда я отсыпалась в номере, Сталина Васильевна все-таки пошла на спектакль. Расскажите, какой это... Я чуть-чуть расскажу, как мы приехали, потому что меня это очень задело. Нас встретили, везли и сказали, мужчина, который нас встречал, говорит, будете жить в шикарной гостинице, два квартала от театра. Потом ему кто-то позвонил, он там поговорил, говорит, Николаев везут. И, в общем, и везет, 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 и везет, везет, и везет, везет, и везет. Два квартала, так? Да. Да, и мы понимаем, что это уже... И оказалось, что в ту шикарную гостиницу привезли киевлян. А нас привезли на задворки. Ну, мы привыкшие. Мы привыкли, да. Но мы на следующий день так по носу щелкнули им всем. Но в театре нас очень хорошо приняли, да? Да, мы были приятно удивлены. Вон, смотри, стол, вот, вот стол. Да, да, вот да. Он стол мне очень понравился. Дело в том, что у нас... спектакль идет на малой сцене, черный кабинет классический, и у нас мебель вся прозрачная. Но это была задумка режиссера, чтобы пространство было пустым. То есть оно наполняется нами, и, в общем-то, все предметы – это предметы нереальные. Это вот происходит так. Исчезает, и мы тоже не совсем реальны. Поэтому, но, к сожалению, мы не могли себе позволить взять прозрачный стеклянный стол. Это было важно. Стулья, да, это достаточно важно, тяжело было технически. Поэтому мы договорились, что театр предоставит нам декорации из подбора. И вот я хочу обратить внимание вот на стол и вообще на малую сцену, которая подошла зараз нам... Зараз так нашим глядачам також выводит светлую. Которая подошла нам идеально. Вот, наш звукорежиссер и мастер по свету сделали просто все блестяще. У нас было, ну вообще отличные условия были, и отнеслись к нам хорошо. То есть ничего не завадило зіграти от максимально, так, віддатися? Ну, скажем так, условия были созданы максимально для нас удобные, вот. Ну, мы старались, принимали нас очень хорошо. Я хочу сказать, что зал у них такой же стандартный, вот, и весь проход был занят, и очень приятно было, что люди стояли, а это все-таки час, вот, и мы были приятно удивлены. Конечно, мы очень волновались. Расскажите трошки про сам цей фестиваль. Я так розумію, Миколаївський театр не вперше на ньому. В Маріуполі, ну, я вообще первый раз в городе в Маріуполі. Откровенно говоря, я не знаю, ездили ли мы в Мариуполь. Я никогда не была. И я тоже никогда не была. Вот следующий фестиваль, на котором мы были, это был фестиваль в городе Кропивницком. В Ересневе
Самоцветы. Что-то такое. Что-то такое очень красивое поэтическое название. Так вот, я хочу сказать, что в этот город мы ездим несколько раз в год. И в прошлом году мы тоже приезжали на этот фестиваль. То есть мы там очень комфортно себя чувствуем. А в Мариуполе я была вообще первый раз, я никогда не была на востоке Украины. Ну, такой милый промышленный городок. Я думаю, там нелегко людям живется, несмотря на то, что рядышком Азовское море. Вот, ну, конечно, там, мне кажется, экология. Да, достаточно тепло, очень красивый театр. И вообще, я так поняла, что у них театр, как ну, в любом маленьком городе, это центр города, разбит очень красивый парк, такая рекреационная зона, все зеленое. И ну, очень было комфортно. И вообще мы, не то чтобы мы не ожидали, мы надеялись на такой теплый прием, но мы не ожидали вот такого приема. Це найбільше нас мотивувало, напевно, до доброї гри, так, щоб показати все максимально. Пані Стеліно, ви перемогли в номінації «Краща жіноча роль». Я б, звісно, хотіла розпитати вас про цю роль, але ми от трошки поспілкувалися до ефіру і знаємо, що відкривати всі секрети вистави ви не будете сьогодні. Єдине, що я можу сказати, що от я як чоловік, да, я як чоловік, як Сталіна, прожившая уже столько лет, сколько прожила моя героиня, столько же. Единственное, о чем скажу, что вот я вспоминаю себя в какие-то моменты, даже вот, например, позавчера, что со мной было, как было. И вот в этом спектакле эта женщина вспоминает себя, что она делала, что она правильно сделала, что неправильно сделала. То есть так, как мы анализируем свои какие-то поступки, вот это единственное, о чем я могу сказать. Но остальное останется там. Да, мы считаем, что это должно оставаться интригой. Понимаете, не нужно людям раскрывать ничего. Так, пусть они интригу приходят. Ви вже зробили, закинули. От коли ж можна буде подивитися виставу саме Миколаївцем? Тому що мені вже теж цікаво стало, що ж там? Ну, завтра, да, завтра ми нас... граємо. Мы открываем, по-моему, вчера или позавчера открылся сезон на малой сцене, он открывается раньше, чем на большой. Вот, и завтра у нас первый спектакль «Кулеры» на нашей родной Николаевской сцене. И я думаю, каждый месяц надо следить за анонсами, надо заходить на нашу страничку, на наш сайт и смотреть репертуар, и милости просим. Не обов'язково уже бронювати квитки на виставу «Кулеры». Я знаю, що вона зараз ще буде подорожувати ця вистава, от розкажіть про це, які фестивалі? Да, совершенно верно. Значит, у нас два состава, у нас исключительно женский коллектив в этом спектакле. У нас 10 человек, ну вот по 5 человек. Вот. И вот мы приехали, а наши девочки, наши партнерши завтра, они улетают в Грузию на фестиваль. Первый раз нас пригласила Грузия. Ну, это очень волнительно, и они очень хотят туда, конечно, попасть. Вот, не знаю, хочется, чтобы все прошло очень хорошо, чтобы мы достойно показали, чтобы они напитались этим колоритом национальным грузинским. Вот, и... Я думаю, все буде якнайкраще, тому що Миколаївські театри... Ми теж хотим, щоб у них все було хорошо, тому що, ну, як-то обідно ж буде. Я думаю, все буде причудово. І от знаєте, от скільки приходить до нас також актори з Миколаївського театру і Артем Свистун, завжди розказує, що наші актори завжди в гастролях. І я не знаю, для мене це дуже важко, коли переїжджаєш і потім виходите на сцену. От розкажіть, будь ласка, коротенько, от як ви налаштовуєтесь завжди на гру, ну, відпочиваєте перед тим і не втрачаєте, можливо, якогось натхнення для того, щоб постійно якось по-новому зіграти свою роль? Ну, я хочу сказать, что для меня это такой драйв. То есть я люблю, я очень это люблю. Конечно, это стресс, конечно, ты хочешь, чтобы на другой, на чужой площадке все прошло идеально.
чтобы зритель увидел качественный продукт. Вот. Но все-таки вот это состояние риска, когда постоянно площадки меняются, когда условия игры для тебя неизвестны, и ты принимаешь их здесь и сейчас, как предлагаемое обстоятельство, это очень классно. Это актеров стимулирует, это позволяет нам оставаться живыми. Мы просто очень любим друг друга. И помогаем, и даже вот если мы не говорим, то мы вот локтем друг друга. То мы чувствуем. И мы после второго звонка мы все приходим на сцену, беремся все за руки. Да, кстати, есть у нас такой, немножко, может быть, кому-то покажется детский жест, но для нас он важен, это, потому что мы чувствуем друг друга. А мы дети есть, мы все вообще люди, мы все дети. Потому что сколько бы ни было лет, все равно я дочь своей мамы, но, к сожалению, она уже ушла. Вот, но я тоже ребенок. Виолетта ребенок у своей мамы, вы у своей мамы, у папы. То есть мы все равно все дети, поэтому ничего детское нам не чуждо. Да и вообще для артистов это полезно, все воспринимать, скажем так, широко открытыми, наивными глазами. Да. Я дякую вам, що завітали сьогодні. Дуже мало часу, щоб поспілкуватися, дізнатися більше, але думаю, це не остання наша зустріч в ефірі. Ще буду я вас зустрічати, то спілкуватися про наступні вистави. Бажаю успіху і завтра, щоб все вдалося, все було якнайкраще. Я нагадаю, Сталіна Лагошняк, артистка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, заслужена артистка України, та Віолетта Мамикіна, артистка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, також заслужена артистка, були сьогодні у нас в гостях, така приємна розмова.